обращаю внимание, фабрика не экономит, а делает очень широкую полосу по обортовке. Это просто здорово. Ну и, наверное, пройдемся, я покажу разнообразие цвета. Очень красивый серый цвет. Кэмл. Юля нам сказала, что ну, это действительно базовый цвет. Это цвет Максмары, да, то есть это, в общем-то, всегда присутствует в классике. Ну и посмотрите тоже, какое великолепие шиншиллы. Арелак. Это арелак идет, арелак, но можно арелак. Сделать и шиншиллы. Можем да? сделать шиншиллы, но арелак такого мягкий. Качества, что, даже тебе даже никто не поймет, пока не потрогает. Смотрите, я отработала на мехе уже 25 лет, и, честно говоря, я думала, что это шиншилла. Это правда. Тогда не стоит удорожать вещь, да, а нет, просто нет. оставить как есть. Как ну есть. И, конечно, хотела бы еще показать очень красивое пальто. Поближе можно. Мне понравилось вот такой вот цвет длинный. Да, Юль, а ты можешь одеть следующее. Ага. Посмотрите, какое шикарное пальто. Мне очень важно знать ваше мнение, потому что мы сейчас делаем коллекцию на следующий сезон. И здорово, если вы оставите комментарии по поводу цветов. Ну, показали те цвета, которые, в общем-то, заслуживают внимания. Вот это шикарное пальто. Прям, вот, знаете, я его вижу в черном. Кстати, оно есть у нас есть в черном, да. Но вот это смотрится неординарно. Стильно, неординарно и красиво. Ну, в общем-то, наверное, на этом все. А мы, как всегда, будем ждать ваши комментарии. И не забывайте, что все 3-4 дня мы будем на выставке и показывать новинки на следующий сезон. А сегодня мы были на фирме Хусейн Шахин. Я считаю, что, опять же повторюсь, что это одна из лучших фирм, которая работает на премиальной ткани Лора Пьяна. 100% кашемир и только настоящие соболя. А мне сегодня помогала Юля, менеджер. Спасибо тебе. Спасибо, Ольга. Завтра мы начнем.